954 избирательных участка Самарской области оборудованы камерами видеонаблюдения. В круглосуточном режиме все материалы отсматривают и анализируют на правильность и законность всех процедур специально обученные люди. За ходом выборов следят почти 6 тысяч общественных наблюдателей. В центре общественного наблюдения сейчас ведется очень серьезная работа. Это день субботы, второй день голосования. Он традиционно является у нас таким достаточно спокойным. Но при этом вы видите по экранам, которые находятся за моей спиной, что выборы идут достаточно активно. Люди действительно понимают важность происходящего процесса выборов и идут на избирательные участки. Двери Центра общественного наблюдения открыты. В нем уже побывали многие иностранные наблюдатели, эксперты и лидеры общественного мнения. Я впервые нахожусь в этом месте, но, конечно, это высокий профессионализм. Молодые ребята, студенты следят, и я думаю, что все будет под контролем и не будет ни одного нарушения. А если оно вдруг и будет, то обязательно его обнаружат. Все обращения, поступающие в штаб общественного наблюдения, оперативно обрабатывают и проверяют. Продолжает работать и горячая линия по выборам. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.